Низкопольные бесшумные трамваи, современные пассажирские автобусы, пылесосы для уборки тротуаров. Пока это только предложение, но, возможно, уже совсем скоро подобная коммунальная пассажирская техника появится и в нашем городе. На этой встрече присутствуют представители знаменитых во всем мире заводов МАЗ и Амкадор. Последний выпускает современную технику для коммунального хозяйства. Основная цель визита – договориться с руководством республики и города о сотрудничестве. Мы заинтересованы, нам нужны и фронтальные погрузчики, и грейдеры, нужны и очень много другой техники, и задней загрузки, и мусорные машины. Поэтому здесь поле такое необъятное. Другое дело, что муниципалитеты сегодня не такие богатые, поэтому нужно какие-то приемлемые такие схемы, которые позволяли бы участвовать в них. Как отметил Александр Галков, при наличии лизинговых схем город вполне мог бы приобрести низкопольные бесшумные трамваи. Более того, планируется закупить и десяток новых пассажирских автобусов, а потому визит делегации из Белоруссии в самое время. Самое главное, я всегда говорю, чтобы не было какого-то лоббирования, потому что с нашей стороны это государственное предприятие, которое работает, ну вы же понимаете, не частник. Он не способен что-то предложить, вот, как частник, может быть, какие-то заходы и так далее. Честно, порядочно мы участвуем в торгах, потому что мы, понимаете, мы что-то в сумке принести там и так далее, это не можем. Но техника, по-моему, все знают, и соседи ваши знают. И она прошла довольно такой длинный путь, и техника очень хорошая. Все предложения официальной делегации будут рассмотрены в самое ближайшее время. Елена Власова, Евгений Жамцуев, телекомпания АТВ.